Всем привет! В эфире литературный обзор, и в этот раз я хотел бы поделиться с вами научным трудом, который изучается на кафедрах истории и этнографии, антропологии культурной. Называется эта книга «Эволюция человеческих обществ». Авторы Ален Джонсон и Тимоти Эрл. Вот, «Добывающие общины к аграрному государству». Большая книжечка такая прям... Но очень достойная, она вообще каноническая сейчас. Дело в том, что я вообще впервые столкнулся с ней на семинарах, на сессии. Нам ее сдавали, мы ее читали, по ней делали семинары. И на самом деле это вот в настоящее время, с точки зрения этнографии, это такой канонический уже труд, который по-новому объяснил эволюцию человеческих обществ, культуры, социума. Через то, что, ну, как бы через теорию того, что эволюция это, она происходит не в прямой линии, да, то есть нет такого, что вот все в мире там было на уровне племен, а потом стало там на уровень как-то вождизма там и так далее, как вот стадиальность, вот это вот, как бы все развиваются, развиваются и приходят вот там к современности, да, к современному строю общественному. Нет, на самом деле все развиваются очень по-разному. Есть направления, которые идут вверх, которые потом возвращаются вниз, какие-то стадии пропускают. По времени все тоже по-разному. Мы живем здесь сейчас в таком обществе современном, а, там, не знаю, а по соседству от нас в джунглях может вообще в каменном веке люди жить, да, там без вождей даже. То есть в мире все очень, очень по-разному, многовекторно развивается. И вот книга как раз об этом, что эволюция человеческого общества, она многовекторная, она... очень гибкая, разная у всех, и очень сильно зависит от условий, в которых находится данное общество, которые очень влияют на его развитие. И вот как раз авторы и попытались объяснить, они выбрали, разбили три главы на вот эти стадии основные, да, ну, как бы на три разные стадии, и в них били конкретные, как кейсы, да, вот, ну, конкретные истории. Вот берется, допустим, вот в эту группу мы относим там племя такое-то в Амазонке, и они приводят пример их общественного устройства и почему оно такое. И пытаются выделить какие-то основные факторы, которые бы, по которым можно было бы как бы рамки этой вот группы определить, то есть, ну, типологизировать их, да, то есть, вот мы, видите, как пример, как люди живут, у них вот так, вот так, вот так, это мы можем определять как, ну, там, рамки такого общества. А вот у этих появляются, это как бы промежуточные уже, а в следующей главе вот уже следующая стадия, потому что у них вот это, вот это, вот это появилось, там, вожди, там, не знаю, там, пиры престижа и так далее. И они разные общества разных точек мира, они вот так вот рассмотрели, в том числе не только современные, там рассматривается и 19 век, и, допустим, там, ранняя Франция и средневековая Япония в третьей главе. И, естественно, это очень интересно, во-первых, то есть люди собрали громадное количество источников, материалов разных специалистов по всему миру. Они сами специалисты, да, то есть, допустим, Джонсон, он этнограф, этнолог, Эрл, он археолог, они сами опытные люди в этом деле, они какие-то свои исследования взяли, исследования своих коллег с разных точек мира. Там вот есть, допустим, и из России, нганасане северные, вот эти оленеводы. И получается, что вот они, проанализировав очень глубоко всю вот эту, все эти кейсы, выдвинули такую большую интересную теорию, которая в конце завершается такой как бы главой финальной, которая пытается понять, к чему современное глобальное общество пришло и чего нам ждать в будущем, да? То есть, с чем мы сейчас сталкиваемся на примере вот этих обществ и какой-то логики их развития. И поэтому, с точки зрения, конечно, этнографии, это канонический труд, который, ну, желательно всем, кто с профессиональной и с научной точки зрения особенно занимается этнографией или, как по-зарубежному, культурной антропологией, очень полезно с этим трудом ознакомиться. Да, там много терминологии научной, да, может быть непонятной, но дело в том, что в русском языке, эта книга вышла на русском языке в переводе группы специалистов, в том числе и моего научного руководителя Игоря Валерьевича Кузнецова, он мега-специалист крутой, каких в России по пальцам считать, и человек, который очень глубоко знает тему, и его вот эти сноски в
под этими всеми терминами, они очень хорошо разъясняют все, поэтому как бы непонятных вопросов не останется совсем. То есть в книгах сделано отлично просто. Единственный ее минус, она редкая. То есть она, ее раскупают быстро, у нее не очень большие тиражи, она периодически всплывает, ее надо отслеживать в магазинах разных. То есть в простом магазине вы ее не купите, но в издательстве Гайдара она вышла в 2017 году, вот на сайте издательства и сторонних таких редких книжных специализированных магазинов надо посматривать, когда она всплывает, и ее перехватывать. Ну, всем рекомендую обзавестись, кто, кому интересна профессиональная вот, этнография, именно... теория именно развития человеческого общества, социума и культуры вообще.